Дешевый сахар – слишком дорогое удовольствие для горожан. На шенкенских рынках и в магазинах цены значительно разнятся. Так, стоимость килограмма сахара доходит местами до 260 тенге. Горожане недоумевают, почему цена на сахар казахстанского производства растет такими темпами. Теперь уже не до масла и не до мяса по этой цене. Конечно, дорого, особенно для пенсионеров. Сахар по 260 тенге нам не по карману. Значительно ниже цена на сахар на рынках. После предновогоднего ажиотажа стоимость сахарного песка снизилась с 250 до 235 тенге за килограмм. Продавец Улбике Балтабаева уверяет, на частую смену цены влияют поставщики. Сейчас оптовики поставляют сахар по 215 тенге, а потому и цена на розницу стала ниже. 215-230, когда как, 240 бывает иногда, 2 тенге, 3 тенге, разница всегда бывает. Стабильной цены нет уже, 20 тенге все равно идет. Конечно, у нас налог, патент же, кто будет платить? Зря же стоим же с утра до вечера здесь. Приобрести сладкую продукцию по сниженным ценам можно и в машинах стабфонда. Здесь его отпускают по 220 тенге за килограмм. Машины социальной продукции ежедневно стоят на базарах Култай-Ана и Капланбек, а также на городских ярмарках по выходным. Сахар мы закупаем в Таразе. Качество отличное, да и цена для горожан приемлемая. Стоимость на сахарный песок не менялась уже несколько месяцев. Со всех машин стабфонда сахар можно купить по 220 тенге за килограмм. Если продавец завышает цену, то покупатель может позвонить и сообщить об этом по телефону горячей линии 54-8506. Это касается только машин стабфонда. Остальные предприниматели выставляют цены по своему усмотрению в зависимости от затрат. Сегодня средняя цена на сахар по Шымкенту 241 тенге. Специалисты уверяют, дефицита в городе нет. Сейчас в резервном хранилище находится около 960 тонн сладкого лакомства. По словам специалистов, этих запасов должно хватить до мая.